Подразделения МЧС России заступили на боевое дежурство по обеспечению безопасности и экстренного реагирования в случае ЧС при проведении зимних Олимпийских игр в Сочи. Для этого создана группировка сил и средств в количестве 8925 человек и 1628 единиц техники, в том числе от МЧС России 1744 человек и 260 единиц техники, сообщили 8 января пресс-службе ГУ МЧС Российской Федерации. 7 января все подразделения, которые обеспечивают безопасность гостей и участников игр, заступают на боевое дежурство. Будут прикрыты все объекты, будет задействована система космического мониторинга. Все вопросы безопасности зимней Олимпиады решаются на самом высоком мировом уровне, отметил глава МЧС России Владимир Пучков. Как ранее сообщалось, обеспечивать безопасность на горнолыжных трассах во время зимней Олимпиады в Сочи будет отряд, состоящий из 40 самых лучших и опытных специалистов из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Россия и США ведут гонку за сверхзвуковым высокоточным оружием. В отношениях Российской Федерации и США может появиться новый серьезный раздражатель, разрабатываемая Пентагоном система молниеносного глобального удара, позволяющая с высокой точностью поразить цель в отдаленной точке мира менее чем через час после принятия решения. Перспектива постановки этой системы на вооружение серьезно беспокоит Москву. Эксперты убеждены, меры доверия в этой сфере надо принимать уже сейчас, иначе Россию и США ждет новый виток гонки вооружений с потенциально катастрофическими последствиями.